первая любовь подростка – это своеобразная граница в развитии, которая влияет на дальнейший его жизненный опыт и самооценку, веру в себя и свои силы. В критический момент, когда любовь безответна или была, но закончилась, подросток задает себе вопросы – почему так случилось, в чем моя вина, как мне жить дальше? Важно, чтобы родители поддержали его в этот момент, понимали, сохранили доверительные отношения. Нужно ребенку говорить, ну, с такой усмешкой, что ну, да, через пару лет ты вообще будешь над этой ситуацией смеяться. Да, все переживешь. Лучше вспомнить про свои переживания в это время, рассказать своему ребенку об этом, да, ну как-то попереживать вместе и сказать, что ну вот я тебя понимаю, у меня так было. Когда у вас действительно стресс, вспомните себя, вам нужен некоторый отпуск. Допустим, если даже ребенок пропустит пару дней в школе, да, тоже ничего страшного не произойдет. Либо же ну, не утруждайте его действительно каким-то контролем с вашей стороны, да, по поводу уроков, по поводу уборки. Дайте ему вот побыть в этом состоянии, попереживать, подумать, как вот выйти из этой ситуации. Также нужна поддержка не только со стороны мамы, но и со стороны папы. Для мальчиков это необходимо, потому что у них, в принципе, уже с детства понимание того, что женщины их не понимают, да, мужчины их больше понимают. А для девочек это поможет повысить их самооценку и не разочароваться в отношениях к противоположным полам. А самое главное – это заполнить время ребенка новыми впечатлениями. Если, тем более, каникулы близятся, да, то отправить, может быть, какой-то тур, там, экскурсию, да, ну или вообще сходить по магазинам, записать в какую-то секцию. В общем, больше новых впечатлений.